картины и статуэтки, костюмы и аксессуары. Экспонаты, через которые можно почувствовать дух Африканской Республики Сенегал, появились в музее 31-й школы в Химках. Мне больше нравится вот эта картина, которая показывает нашу культуру, да, вот это, которая здесь показывает баобабы, показывает, как мы живем, показывает, как наш народ, как наши женщины живут. И мне очень приятно, до сегодняшнего дня, то, что продолжается эта выставка. Первыми экспозицию посетили родители учащихся, а также депутат муниципального совета Артур Каримов. Для меня приятно, что родительская общественность очень заинтересовалась и культурой, и традициями дружественной нам африканской страны. А также приятно, что выставка в 31-й школе, она абсолютно бесплатна для всех желающих, открыта. Можно прийти, посмотреть, потрогать, прикоснуться к культуре той страны, где мы побывали, российской делегацией. Кроме того, гостям рассказали об особенностях образовательного процесса в африканских школах и о ряде соглашений, которые заключили за школами сенегальских городов Дакар и Туба. В сентябре-октябре этого года мы в составе делегации российской посетили Сенегал. И после этого визита возникло желание организовать выставку. Эта выставка у нас работает уже на протяжении целого месяца, продлится до конца декабря. Сегодня в Химках большое внимание уделяют развитию культуры и образования. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Дмитрия Волошина в городском округе проводят мастер-классы, выставки, встречи и концерты. Так, за 2023 год в рамках программы «Культура городского округа Химки» прошло более 2800 культурных мероприятий, связанных с искусством и творчеством. Выставка в 31-й школе – одно из них. Посетить ее сможет каждый желающий. Экспозиция выставлена в фойе учебного учреждения. Нина Липанова, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.